Саламатсызбы? Поздравляем вас с приобретением квартиры. Рахмет. С участием программы «Бақытты отбасы». Здесь вот наши такие фирменные сувениры, я думаю, тут будет полезно. Поздравления с новосельем принимает многодетная мама Акжан. У женщины 5 детей, а теперь еще и собственная 3-комнатная квартира. Ее она получила благодаря участию в государственной программе. До этого семье приходилось снимать жилье. Я вставала как многодетная мама в очередь, когда родила уже 5 ребенка. Это было вот как сразу родила, я так сразу встала. В 16 году. И была в очереди 3600, если не соврать, да, на тот момент. И вот через некоторое время, получается, я вот получила квартиру. А прошло всего 3 года. Преодолеть очередь Акжан помогло соответствие всем условиям программы «Бақытты отбасы». Подав заявку, она ожидала ответ 3 месяца. И вот уже 10 дней живет в квартире, которую выбрала сама. С начала работы программы всего с нами было принято 178 заявок по этой программе, конкретно в Кустанайском областном филиале жилстройства Сбербанка. На сегодня 175 заявок одобрены практически все. Из одобренных кредитов выдали порядка 40 кредитов на приобретение жилья на общую сумму около 300 миллионов тенге. Руководство филиала называет программу успешной и востребованной. Ее условия позволяют получить жилье многодетным, неполным семьям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Максимальная сумма займа в банке составляет 10 миллионов, которые выдают по 2% годовых. На сегодня прием заявок приостановлен, так как они приняты на все выделенные средства, но шанс стать участником Бақытты отбасы все же есть. Планируется очередной запуск и пересмотр лимитов по программе 20 октября. И я надеюсь, к этому моменту мы какое-то количество заявок снова примем. То есть будет больше участников программы, конкретно Кустанайской области. Самой Акжан предстоит не только обжить новую квартиру, но и выплатить за нее остаток суммы. В течение 19 лет она будет платить 53 тысячи тенге ежемесячно. И хотя доходы девушки невелики, она работает санитаркой-буфетчицей в больнице и получает алименты и АСП, ей могут помочь родные. Манарбек Касков, Наталья Басмурзина, РТН.